по улице Гарнизонной от улицы Пожарной до переулка Самал, тоже с 21 августа по 8 сентября мы хотим работу закончить. По улице Трудовой от Краснощекова до Интернациональной будет перекрыта дорога с 21 августа по 15 сентября, участок довольно-таки большой. По улице Айтекиби от Валиханова до Алтынсарина и по улице Айтекиби от Алтынсарина до Некрасова с 1 сентября по 8 сентября текущего года. Поэтому я прошу жителей города отнестись с этим пониманием. Это временная мера. Временная мера, она необходимая в плане обеспечения дальнейшей безопасной и нормальной эксплуатации всех водопроводных сетей, снижения аварийности и бесперебойного водоснабжения жителей города. Поэтому прошу извинений за причины неудобства.